Девятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkill Russia продолжается. Для проведения компетенции предпринимательства была выбрана площадка Ульяновского технического университета. Участники конкурса подготовили бизнес-план своих проектов, а также стратегию по их продвижению. Оценить мастерство студентов приехал высококвалифицированный эксперт Академии WorldSkill Russia из Москвы Анна Лужкова. Бизнес-идеи, которые представлены сейчас на 9-м региональном чемпионате, разнообразные. Ребята действительно уже за 2 конкурсных дня продемонстрировали свои знания и по маркетингу, и по целевой аудитории, раскрыли практическую значимость своей бизнес-идеи. За победу в компетенции боролись студенты 4 колледжей Ульяновской области. Для каждого из них чемпионат – шанс на практике проверить свои знания и умения. Темы проектов самые разные. Например, ребята из колледжа экономики и информатики презентовали идею оказания услуг по зарядке электромобилей. Развиваются технологии, появляются электрокары, и появляются проблемы зарядки этих машин. То есть электрокары экологически чистые, как и станции для зарядки. Они более экологичные, чем обычный бензинозаправка. Технический вуз региона впервые открыл свои двери для подобного чемпионата. Проблем с организацией не возникло. Был установлен регламент выступления, подготовлено техническое оборудование для демонстрации проектов. Ребята работают, я знаю, что они с интересом работают, всем очень интересно, нравится. Это и с точки зрения их профессионального роста тоже большущий опыт. Преподавательский состав не менее заинтересован в проведении чемпионата. Выпускники УГТУ в будущем пройдут государственную итоговую аттестацию по стандартам, установленным WorldSkills Russia. Для нас важно еще и с точки зрения получения опыта, каким же образом должен проходить этот экзамен. Под руководством опытнейшего эксперта мы научимся правильно проводить его. Чемпионат продлится до 15 декабря 2020 года. За это время молодые специалисты смогут продемонстрировать свои навыки, получить бесценный опыт. Александра Никитина, Даниил Сурков. Новости Ультрадо ТВ.